Привет, дорогие друзья, на канале Яблочко. Сегодня я вам расскажу, как безопасно передать ребенку iPhone. Давайте такую представим ситуацию. Ваш ребенок просит там посмотреть мультики и просит, чтобы ему там включили какую-то передачу. Но после он начинает там брать в руки телефон, клацать на все, переходить на рекламу, переходить на ваши сообщения личные, удалять их, писать вашим знакомым, друзьям и так дальше. Чтобы такого не было, можно нажать на вот эти вот три кнопочки выключения. Смотрите, три раза. Раз, два, три. И у вас включится гид-доступ. То есть у вас включится на телефоне гид-доступ. Вот так вот. Раз, два, три. Гид-доступ начат. И видите, он не сможет отсюда выйти. Он только будет... Нужно ввести пароль. И он будет, вот смотрите, продолжить. Он может только здесь. Теперь он смотреть... выйти отсюда не может, он там не будет ничего клацать и так дальше, только смотреть ваш ролик. То есть он уже, видите, он не может вот так вот смахнуть, кроме как YouTube, и здесь что-то смотреть. Видите, не работает вот эта вот кнопочка. Как же сделать точно так же, чтобы на вашем телефоне тоже это работало, и, конечно же, ребенок не смог ничего сделать. Опять-таки, смотрите, раз, два, три, нажимает три кнопки, запрашивает пароль, вы тут устанавливаете самостоятельно пароль, и смотрите, как это сделать. Нажимаю отбойчик, все, гид доступ завершен. Как же включить такой гид-доступ, где он находится? Для этого нужно зайти просто-напросто в настроечки на своем мобильном устройстве и смотрите, куда перейти. Заходим в настроечки, находим универсальный доступ. Сейчас я вам покажу все. Универсальный доступ. И здесь у нас в универсальном доступе будет такой пункт, который называется гид-доступ. Вот он у нас. Нажимаем гид-доступ. Нажимаем активация, и вот смотрите, быстрая команда, вот этот вот у вас пункт будет выключен, мы его включаем. После у вас будет такой гид-доступ работать, и вы сможете обезопасить и безопасно передать ребенку свой iPhone. Надеюсь, видео стало полезным, ставьте лайк, подписывайтесь, с вами был Яблочко.